Спасибо. Давайте кем еще? В большом зале заседаний Иволги ажиотаж. Для участников смены политика и молодежное самоуправление лекцию-беседу провела глава Самары Елена Лапушкина. Разговор получился искренним и даже немного откровенным. На первом плане вопросы, касающиеся профессионального роста и возможностей для политической карьеры. В Самаре для таких целеустремленных есть и проект «Самарская траектория роста». Программа включает в себя формирование молодежной лиги управленцев. Проект уже дает первые результаты. У нас уже есть результаты первые по приему на работу. У нас два конкурсанта молодежной лиги управленцев были приняты на муниципальную службу. Не остыл интерес молодежи к прошедшему чемпионату мира по футболу. Участников интересовало, сложно ли руководить городом, который встречает праздник мирового масштаба. Это была работа 24 часа в сутки, не только моя. Это была работа иногда буквально с колес. Хочу сказать огромное спасибо всем своим коллегам, которые так или иначе принимали участие в организации. Это, конечно, федеральные структуры силовые, это, безусловно, и правительство. И то, что сделал Дмитрий Игоревич на последнем этапе подготовки к чемпионату мира, это невероятное. Не обошлось и без личных вопросов о кумирах и наставниках, о требованиях коллегам и о том, как быть первой женщиной-мэром в истории Самары. А после диалога настало время поздравлений. За вклад в молодежную политику были награждены депутат от Волжского района Максим Кануев и руководитель смены политика и молодежного управления Елена Кудашова. Отдельно глава города отметила руководителя инклюзивного городка Алексея Транцева. Благодаря его работе Иволгу назвали форумом с лучшими возможностями для людей с инклюзией. Спасибо за то, что мы можем работать вместе. У нас самих отдельно, ну, ничего бы не получилось. Такие люди, как вы, ну, они создают те возможности для тех ребят, которые, пока мы здесь выступаем, идут на своих колясках на конвейер проектов. В завершении Елена Лапушкина призналась, что на форуме ей представили много интересных проектов для развития города, которые непременно рассмотрят и возьмут на вооружение. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.